Надеюсь, меня будет хорошо слышно теперь. Никак бывало, меня слышно нехорошо. А хорошо. Тык-тык. Что, погнали? Раз-раз. Давай, загружайся. Телега. Телега загрузилась. Так расположить, чтобы микрофон не мешался. Ачивки, кстати, тут есть, но они почему-то не отображаются. Я проверил. То есть не то, что я какие-то ачивки пропустил, слава богу. Иначе бы я, конечно, бы от этого расстроился очень сильно. Так, мы играем офлайн, потому что мы офлайн бояре, чтобы нам никто не мешался в мультиплеере. Конечно, надо будет посмотреть, есть там ачивки для мультиплеера. Так, что тут у нас? Продать мы ничего не можем. Так, закончил я, по-моему, достаточно внезапно, да? Да, то, что на самолете надо вертеть куда-то на север, потому что на севере что-то есть, нет, ничего нет. Куда мне вообще? А где миссия? Скилл у меня один, да, пока не будем его брать. А, вот, видимо, вот это надо зачистить, да? Ну, тогда поехали сюда. Полетели сюда. А, я хотел поменять пушку, которая у меня на этих. Еще. А я теоретически, наверное, смогу запрыгнуть на вышку сразу же. Интересно, конечно, вариант. Давайте тут соберем, что можно собрать. Кумжу Хамлет. Я что, пытаюсь взять угли какие-то? Нет? Нет, тоже нельзя. То есть ничего интересного буквально, да? Ну ладно. Странная локация, обычно хотя бы что-то интересное есть. Оп. Не палимся. Я бы сказал, что наше дело, и идеально.
Давай, давай, удачи тебе. Но это, конечно, надо проходить по-хорошему, а не как я сейчас прошел. Я очень грязно прошел. Потому что поторопился немножко, да? Что у нас тут есть интересного? Я точно продолжу так делать. Так, а тигра нигде убили? Так, тут какой-то снайперский челлендж, да, типа? Так, что-то я могу здесь сделать еще? Переиграть ее? Ну, давай, я переиграю. Отлично. Засчитаю по максимуму. Но это было несложно пока. Засчитали, отлично. 5-0 почему-то дали, да? То есть должны дать 11-200, а дали 0. Detected, alarm raised. Так, что я могу продать здесь? Ага, валют мне надо делать новый, да? Это закрыто. Что мы можем на него нацепить? Сколько он лучше АК? 7 лучше, да? Тогда цепляем вместо АК. Так, что у вас тут? Айфоя. Have a given weapon, dispose soldiers need when take picture of taking body with your camera. Короче, ничего сверх
Есть какая-нибудь тачка-то вот тут? А ехать нам? Угу. Не обязательно поставил фланг делать для этого. Спасибо. СМГшку убить? Ну, ладно. Не самое удобное оружие. Так, куда мы можем отправиться? Давайте сюда. Плакатик. Дальше. Думаю, сюда можно. Так, у меня скиллы открылись, да? Сколько? Три аж. Отлично. Так, сиренж делал дабл дамэш, батлс ресив дабл дамэш. А, еще один из... И еще последний скилл, что я могу здесь... Крафт сиренж дает физикал мэй дамэш, чем пик нокдаун бай нэдми. Оу, это не входило в мои планы. Помог, да, ребят? Ну, отлично.
Как тебя включить? Так, куда я вообще могу отправиться? Давай опять телепортнемся сюда. Так, здесь где-то заход, да, в пещеру должен быть. А что-то можно назад крафтить, отлично, это мы любим. Чем можно крафтить? Heavy ammo bag. Не сказать, что прям особо это нам нужно. Сенюшка. Кирья Транквилити. Never die. So many die with fear in their eyes. But if you knew my purpose, they would thank me and offer yourself a smile on the face. We got. I'm glad I could help. Так, рейсы Шамара Шрафлер Оверрайс, Рейф Роки Чекпоинт, Extend Your Time by Switching Vehicle, Big Stakes, Mean Big Payoffs, Sharma Banking on it. Окей. Справился нормально. Не справился.
Но это было стрёмно, конечно. Просто успеть или еще нужен тайм-аут это обязательно выбить? Давай, мне надо что-то под деньги. А под деньги мне нужны макаки. Макаки у нас вот тут, да? Давай, давай. Давай, освобождай. Мне нужны мартышки, значит, да? Мартышечки, где вы, мои мартышечки? Достаточно. Отлично. Угу, денежки. Дальше, дальше. Один Райна. Кеюшки. Так, давай подправимся сюда, значит. Здесь самая
другую сторону, что ли? Окей. Оп. Golden Puff Supply Cash. Еще с экстендит магазином, да, я так не очень удачно. Weapon shipment. Jumper, we've got weapons coming from the north. Compliments to the king, he says. I want to get your men ready to dispatch the following equipment. Sniper rifle, scope, field, bell tower, all automatic weapons, armor accessories, seven treasures outpost, mortars, C4, explosive, five items, Kiryatia, terrace outpost. I don't want to hear about any trucks being hijacked, so be careful now. Won't we? We all products of learning history. Paul de Blue. И все. Окей. Так, тут у нас что? Pagan means wisdom number 4. A path can lead anywhere, but the golden path leads only to ruin. May Pagan light shine upon all you. Так, едем, значит, сюда. Sleeping Saints. Оп. Ворота открываются. Отлично. А где? А
Че, надо как-то залезть туда по-другому, видимо, да? Ух ты! Йо! Ну ладно. Это не входило в мои планы, я думал, на Е открывается костюм. Ебис after repair. Sorry for the smell. Hey, Vibhat, you weren't here and I can't fight around. This has already maybe late enough today. Some fucker cut the brakes of my car and rolled down the hill into Yak Pond. Try to help me push it out in here. I'm sorry to smell your yak and dunk, but trust me, my day is going worse than yours. Give me a call when it's fixed up, you know I'm good with ropes. Keep on rocking, we. Rabbi. Опа. Упс, лево руля. Дальше что у нас тут? Ничего. Надо вернуться туда все-таки, да? А может вертолетик есть где-нибудь? Иначе я забью.
Чё, куда пропало? О, вертолетик, вот это мне пригодится. Только что здесь был. Я видел тебя на карте. У меня уже нет вертолетика. Блин, обидно. Да, все-таки, да? Угу. Наверху. Так, вот он. Так, как же туда попасть? А! Ага, и лестницы все-таки были, да, нормально? Мы пошли другим путем. Так, что тут у нас есть? Еще куда спуститься? Вот сюда стоит спуститься, да? Пуру-пуру. Тюрю-тюрю. Так, я тут был, да? Это гараж. Это не туда, куда мне надо, да? Машинка так себе, да? Так, секунду. Thank you.
Так. Ой. Как сделать большой экран? Надо видео full screen apply. Yes. Кто стреляет? Тут какой-то... А, опять этого, что ли? Нет? Someone needs to get their hands dirty. And come on, look at me and Chotu. I mean, Chotu's dirty, but it's not like we can mess people up. The only guns we use are water guns. And come on, man, that's why I have this radio show. You have the broad shoulders and biceps to take down evil. You've been tearing down propaganda posters, which is great, but Bagan's propaganda machine is kicking it up a notch in response. His men are setting up temporary propaganda centers, and those places are churning out the bullshit 24/7. You know? So what do we do? I built it myself, man. I mean, you think Chotu helps? Come on, look at the guy. He's got body and mind dyslexia. The dude is practically worthless. I use this stuff to monitor Royal Army radio channels, and I've managed to locate one of these centers. You want me to put it out of commission? Hearts and minds, Ajay. Hearts and minds. We can't have Bagan contaminating the population with all his bullshit. And this will stop the propaganda? No way. Not even close, but don't worry. I'll track down the new propaganda centers whenever they appear, and then I'll relay the details to you. Meanwhile, you should go do what you do best. Go fuck up those members, man. Take out that first center. Oh shit, I gotta go back. Hey, thank you so much for coming. Make them chai. Bhai, chai banao, bhai. Sorry, this is not a first class hotel, but we do it again. Are you hot? Throw to AC ko lagao, bhai. Sorry, it's really hot here. It's like a hot box, man. It feels like Guantanamo Bay up in here. So good, man. Hey! Are back. You are tuned into Radio Freaky Rat with Rabbi Ray Rana. We've had some questions from our loyal listeners. This is coming from Так. Ого, далеко как? Что надо сделать? Ага. Destroy all propaganda and click enemy talent, enemy presence, okay. Whoa. Сколько здесь много врагов? Thank you.
Все? Что, надо взорвать? Не знаю, как гранаты. Не гранаты. Где? Такое, неторопливый процесс. Как тебя взорвать-то? Или это не взрыв? Нет, это надо взорвать. Да как вы меня задолбали? Не нравится мне, короче, этот квест однозначно. Ага.
А, то есть надо было всех убить сначала, да? Окей, об этом можно было предупредить. Как-то, что это волны. А я пытался найти еще оборудование. Так, что у нас? Два. Ладно, у меня там по работе есть кое-что интересное, поэтому на этом, я думаю, мы остановимся. И стоп видео.